Всем здрасте и добро пожаловать во вторую часть моих последних летних покупок. В прошлой части я вам рассказывала про косметические новинки, а в этой части я вам расскажу про новинки одежды, которые я не успела рассказать в прошлой части, потому что я много говорю. Ну что ж, давайте начнем. На самом деле, очень мало всего вам хочу сегодня показать, потому что я также, что и касаемо косметики, та же позиция у меня стала с одеждой, лучше качество, нежели количество, и поэтому я иду по какой-то определенной дорожке и покупаю себе одежду, которая выглядит более, не хочу назвать это взрослой, но более собрано лаконичной, поэтому здесь все такое будет относительно все очень базовое, с каким-то таким моим твистом. На самом деле, вот эта вот кофта, она новая. Неудобно, что на ней микрофон. Я люблю ее носить вот с этой цепочкой, с таким вот, такой вот блестюшкой. Но, к сожалению, с микрофоном это выглядит все очень смешно, поэтому я ее убрала. И на ней микрофон плохо держится, поэтому нужно было что-то другое одеть. Ну, как есть. Она у нее вот такой вот рукав 3/4, и что мне больше всего в ней нравится, что сзади по всей спине у нее идут пуговки. Она в полоску, она сделана из 100% вискозы, она такая легкая, летучая, как видите. И по поводу материала хочу вам сказать свой маленький советик. Если вы покупаете материалы как шелк, вискоза, да даже тот же полиэстер, и где есть 100% одного того же материала, материал, который абсолютно не тянется, но вы любите, чтобы это на вас кофточка сидела вот так вот плавно, воздушно, как бы не обтягивала вас, потому что все, что нас обтягивает, делает нас визуально больше, то покупайте на размер больше или даже на 2. Я, например, всегда беру на 2 размера больше. Почему? Потому что у меня очень большие руки здесь. Здесь когда-то Габи качала руки и потом это перестала делать. Но как-то я не думала, что это в дальнейшем мне сделает очень большие руки. И, к сожалению, я от этого не могу никаким образом избавиться. Может быть, нужно заново начать заниматься качанием, но этого я больше делать не хочу, поэтому руки у меня большие, у меня вечно проблема найти, что на мне хорошо сидит именно здесь вот в руках. Поэтому все такие кофточки 100% материала я беру всегда как бы на размер или на 2 больше, смотря какой фасон и как она сидит на мне. Следующая кофточка, что купила, я, кстати, купила вместе с этой в одном и том же магазине, который называется Гольф, это израильский магазин, самый настоящий масс-маркет, у которого только цены абсолютно элитные почему-то. Это вот такая вот белая блузка, она сделана тоже из такого красивого летучего материала, но это уж, по-моему, насколько я знаю, просто 100% полиэстер, хотя сделан он очень-очень и очень качественно. Эту блузку я тоже взяла на 2 размера больше, чем мой обычный размер, и она тоже так сидит красиво и плавно, и очень по-женственному, ее можно, в общем, очень лаконично сидит, ее можно и с джинсами, и с какими-то красивыми юбками, в общем, знаете, так, ну, очень летучие и классно, мне очень-очень понравилось. Я вообще вечно, у меня, знаете, вечная проблема, я вечно ищу какие-то красивые блузочки на лето, какие-то красивые кофточки, футболочки, и вечно ищу блузки такие, которые выходные красивые, но их можно как-то влить в наш повседневный гардероб с джинсами, но чтобы верх выглядел как бы сочетать более элегантный стиль вместе с спортивным, значит, джинсы с такими блузками, например. Две вещи, которые я всегда-всегда ищу, и мне очень-очень непросто их найти. Следующая вещь, я вам показываю, по-моему, во влоге. Вот такая вот просто юбка-карандаш, которую я купила, абсолютно черная. Очень давно я искала себе, на самом деле, черную юбку, которая будет сидеть на мне красиво, которая будет облегать красиво, которая будет в поясе удобная. А эти юбки просто фантастические, они настоящие по размеру, какой у меня есть размер, такая юбка. Сидят просто перфекциозно, просто великолепно. Я все время хочу вернуться в Манго и купить еще пару цветов, и никак не доберутся руки, но нужно срочно, потому что я думаю, что их быстро очень раскупят, цена у них абсолютно-абсолютно недорогая, даже скажу, относительно низкой, а они просто, ну, фантастического качества, правильного покрова и очень-очень лаконичная. Я очень довольна, что у меня получилось ее отхватить. Надеюсь, я успею доехать до Манго и купить несколько других цветов. Еще одна вещь, которую я сразу в нее влюбилась, но вот у меня там была дилемма с размером. Вот такое вот полосатое платье, оно идет вот такое вот длинное, оно идет мне ровно-ровно до колена. Вот ровно-ровно до колена, конечно же, полоска, куда Габи без полоски. Это с H&M из их отдела Basics. Оно такое немножко тянется, оно очень красиво сидит, облегает по телу. Но тут эти платья, которые сильно облегают по телу и выделяют все наши формы, могут выделять то, что мы не хотим, чтобы оно выделяло. Вот тут вот какая-то вот недочетность немножко с размером, как мне кажется. Мой размер сидит на мне красиво, но немножко в некоторых местах выделяет. Размер больше меня уже сидит на мне просто как мешок. То есть между размерами мне нужно было, но все равно это платье очень хорошее. И на выход, и на работу,
и просто как спортивные, и можно с ними и с выходными каблуками, то есть с высокими, и с кроссовками, в общем. И последнее, что вам на сегодня покажу, платье тоже, которое я купила, черное, я не знаю, почему у меня все тут черное, как-то. Нет, не все черное, только юбка и платье. А вот такое вот платье израильской фирмы, это израильский магазин Ronen Hen, кто знает, он такой, он как бы находится почти в каждом торговом центре, но немного... на ступеньку выше масс-маркета. Очень такое вот платье, как платье-кимоно, с широкими рукавами. Оно такое вот, как немножко широкое, длинное, до колена. Ох, как оно мне понравилось. Тут вот идут такие складочки, намного ниже груди. И оно тогда не выглядит просто как мешок, а именно выглядит как платье. В общем, очень красивое. Тут у него есть завязки. Я вам, кстати, его показывала на Инстаграме. В общем, очень удачный вариант. Мне еще понравилось, что они идут тоже... как вот мой размер, так и платье, то есть не нужно искать, подбирать, больше размер, меньше размер. Мой размер, мое платье. И обувь, которую я купила этим летом, мой единственный аксессуар, это вот такие вот нюдовые лодочки с Clarks. Я их тоже вам, по-моему, показывала и в Инстаграме пару раз показывала, и во влоге, и хочу сказать, что это просто, ну это просто... перфекционизм лодочек, очень мне нравится. Девчонки, они тоже стоили вместо 800 шекелей 200, тоже там что-то, по-моему, с 200 долларов на 50 или даже чуть больше, примерно как платье. Ну, просто шикарный, слушайте. Каблук устойчивый, удобный, спокойно могу на них ходить, хотя он относительно высокий, он сантиметров 8. Они подходят абсолютно все, ножка с ними элегантная, красивая, вытянутая. В общем, супер. Я давно очень хотела такие настоящие нюдовые лодочки на каблуке. И, по-моему, это просто вот перфекционизм, который я нашла, который подходит под мой характер, под мой стиль. Ну что, это были мои последние летние покупки одежды. Это было все, что я вам хотела сегодня показать. Кстати, по-моему, вам это не сказала. Все, что я вам сегодня показала, кроме, наверное, платья в полоску, все было куплено на распродажах. Так что и в денежном плане я здесь немножко сэкономила. У меня сейчас закончится батарея, поэтому буду с вами прощаться. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся очень скоро. Пока!